Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала и все читатели моих пабликов, все, с кем мы вместе как-то пересекаемся в интернете и в реальной жизни, все дорогие зрители, слушатели, ученики, хотелось вас всех поздравить с Новым годом. Я извиняюсь, что в такой неформальной обстановке я снимаю из дома, потому что я забыл это снять в мастерской. Мне помогает моя дочка, а вот это вот наша кошка Катюша, она сейчас, правда, немножко отдыхает, поэтому она в таком спокойном состоянии, что и позволяет ее держать на ручках. Хотел вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам побольше разнообразных открытий, всевозможных интересных находок на этом пути. Для меня это не пустые слова, потому что, мне кажется, очень важно нам постоянно вот ощущение новизны в том, что мы делаем, да, новизны и отсутствие рутины. Поэтому хочется вам всем этом пожелать, независимо от того, учитесь ли вы рисовать, изучаете историю искусства или просто занимаетесь каким-то любимым делом. Спасибо вам за внимание. Еще раз с наступающим. Всего доброго. Катюша, скажи что-нибудь. До новых встреч. До свидания.